Всем привет, любители колес! Я приветствую вас на нашем канале. Сегодня будет очень занимательная история. Начнем с самого начала. В 2020 году у нас был массовый выезд, тоже в январе. Ехало огромное количество автомобилей. Был Lexus 570, был Range Rover, Peugeot, потом огромное количество BMW было, X-ов и много-много других автомобилей. И вот мы катались по Артемским лугам и нашли очень интересную локацию. В общем, там небольшой ручеек и достаточно интересный подъем с кочками, с такими с диагоналками. Я не знаю, по какой причине мы не записали координаты этого места. И вот сегодня мы едем плюс-минус в квадрат, где это происходило, и постараемся найти эту локацию. Кстати, все ссылочки на тот ролик мы оставим в описании. Вот здесь вот сверху будет подсказка. Ну и что, наливайте чай, готовьте вкусняшки, а мы поехали искать локацию. Короче, ты новую дорогу сделал. Пробьется, наверное. Нет, ну пробиться, наверное, пробьется, но не так быстро пробьется. А и хорошо идет. Так, следующий вечерок. Блин, черту сложнее. Я зацепился, хорошо пошел. Так, следующий УАЗик. Это тоже люфтованный. Заберется. Разгон, наверное, побольше чуть-чуть надо. А ты травился? Да. Травился? Да, 0,9-0,8. 0,9-0,8. Блин, должен гребти вроде хорошо. Возьми разгон побольше. Дизельный, да? Да. Блин, хорошо как. Дорогие друзья, не забываем про нашего спонсора Fintrail. Это лучшая одежда для бездорожья. Все ссылочки мы оставим в описании. Промокод вы тоже найдете в описании. Что там дальше? А, ну это у парня подготовленный УАЗик. 185 лошадей, 33 колеса, блока есть. Патриот, но уже такой. Полустоковый. А то он без блоков. Хочешь сказать, что он не прямо, что ли? Не-не-не. Да, тебя он влево смотрит. Вот, так прямо. Я, так ровно, что ли? Нет, левее. Вот так. О, ровно. Вот. Он, видимо, не подозревал, что у него руль криво стоит.
и опять ем. Ем. Ешьте больше. И будет сила. Ой-ой-ой, сейчас. Разбежался. Он просто в ямку полезет. Назад, наверное, лучше. Вот так, да? Как у пирата. Мужики, мы вас ждем! Ну не я же одна, сила. Женский голос всегда всех заманит. Правильно, правильно. Сразу. Опа, из-за поворота, да. Видали, сколько мужиков сразу? Я, в принципе, уже поучаствовал. Раз, два, раз, два. Земли докопали. Вообще такая непредсказуемая ну, машина. Да ладно, чуть-чуть не хватило. Что-то в ней проснулось. Разойдись! Его куда-то налево уводит. Отстрелы пошли. Сейчас зайдет. Это он только прогревался. И чуть правее, вот туда. Давай, Саш, что? Только купили. Привыкаете. Первый тест-драйв, чтобы в деревню угнать, надо все проверить. Это правильно. Продувку мотору сделал. Конкретную причем. Только купили ее, говорю. Первый тест-драйв, чтобы в деревню угнать, надо знать, что у нее вылезет. Что за первым же весу моем, да? За грибами. Отличный а вариант сюда... проверить ее. Слушай, ну, что у тебя зайцы, волки, лисы будут в панике. Как залетишь на ней, они сразу в расцепную. Или сразу в кузов. Давай, трос. Нэн что творит, да, видел? Еще там наклейка была Атланта Нэн. Как он его назвал? Тигр. Тигр, говорит, мой УАЗик Тигр. Так, пошли Невки. Атахир едет. Ну это, видимо, еще слабенькая горка, сейчас помощнее найдем. Но есть вероятность, что УАЗик сейчас не сможет.
Так, что там еще осталось? Нивки и Сузуки. Где это видно, чтобы Дастер Ниву спасал? Давай, нормально. Давай, Нив, вперед. Да не, сама идет. Кропат его, что ли? Где? О, Дастер стал. Не копай, не копай. Подожди, трос. Блин, Дастер лучше не уедет. Что такое-то? Так, у нас осталось там еще Сузуки. Вот парни пошли к Сузуки. Так, Форд там что-то бесится. Ну, Сузуки должна сюда сама дойти ходом. Ни разу не травился вообще. Сейчас офигеешь, как она поедет. Только в поворотах аккуратней. С поворотов выкидывает. Давай, езжай по чуть-чуть. Прям медленно-медленно. Давай-давай. На каких? На 20-х, по-моему, колесах. Нормально, не цепляешь. Дениска бы сказал, что не травился. 1,2? Блин, для такой резины мало. Дэн говорит, можно спокойно 0,5 травиться, она не разуется. Дастер вообще давным-давно не видел. На бездорожье тем более. Заскочит? Так, Сузуки последний, самый низкий сегодняшний автомобиль. Давай. Не, на пальцы.
чуть-чуть теперь сзади, назад, и прям за ним бежать, толкать его. Снегоходы виноваты, вот эти любители накатали, смотри, как раз две полоски, в них упирается и еще не едет. Говорит, не заедем, не заедем. Я говорю, не ссы. Блин, нормально. Thank you.
больше. Там колея от снегохода. В нее уперся. Нифига не уперся, смотри-ка. Ты можешь сейчас как УАЗик туда продернуть налево и развернуться. Опыт. Движок под конец подвел. Надо каталик удалять. Хотя вот Никита Сергеевич удалил катализатор, и у кого-то лямды сдохли, да? Еще пару раз и пробьешь. А может даже отсюда пробьешь. Главное не ссать. Слушай, у меня даже в широкоугольнике пятидверка не убирается. Куда там люк? Промазал! Ну, за УАЗиком мы, короче, бьемся, да? Надо спросить, у него, может, вторая машина BMW, если так лупит. Хотя, у неловодов, у них тоже, как у BMW-стов, есть вот этот вот момент, что раз, голова отключается и тапка в пол. А как там дальше будет уже, ну, вечером посмотрим. Ток, ёпты! Сам лично травил до 0,8 левую сторону, а правая единичка. Смотри, разошлись наши машины, нормально поехали. А вот человек вон там вдалеке стоит, который приносит неудачи для джиперов зимой. Он, наверное, сейчас тоже проклинает нас. На этих, на своих снегоходах. Вон он затаился, видишь? Ну, Дастер сегодня вообще никак не уступает Нивам. Прямо идет и идет. Сейчас заедем. За что? Почти. Так, Нива на низком профиле. Ух. Нормально он снежку поднял. У него там не отвалился бампер? Я помню, там где-то нормально. Ну, кстати, бампер про запчастях упал. Это парнишка у нас такой есть, на бордовой Ниве катается. Денис, который... Все, вот здесь у него беленькие волосы. Че, ну ладно, так и быть. Ссылка будет в описании на Дениску. Вообще дюшбэ, да? Где ты встрял?
Вот как в поле спустился. И все. Стащил с дороги, а заглох. Две, скажем так, группы отправили на спасение тебя. Одна застряла, не доехала, другой вообще чуть-чуть. Как в повороте просто дернул. Да, и чуть перевернул. Представляешь, сколько телодвижений было. Это все ваш стартер. Зато не скучно. Летит, летит. Легко. Прямо пошел. Мимо. Пантера. А тут есть еще УАЗик Тигр. Зверинец какой-то получается. Ну что, любители колес, сегодняшний выезд оказался очень удачным, но, к сожалению, мы проехали мимо этого места. То есть ехала колонна, я ехал в середине колонны в автомобиле, заметил это место, я успел его сфотографировать координаты, и, значит, в ближайшем будущем мы поедем уже туда целенаправленно, постараемся взять плюс-минус такой же набор автомобилей, как это было в 2020 году. Ссылка на этот ролик будет вот здесь в подсказке и также в описании. И покатаемся там, потому что тот ролик, он был максимально насыщенный, он был прям такой живой. В общем, переходите, посмотрите, не пожалеете. Ну а на этом мы заканчиваем. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где, кстати, будет выложено, скажем так, будет выложен пост с выездом именно на эту локацию. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. И, в принципе, у нас, наверное, больше ничего не... на Дзен на наш тоже подписывайтесь. Ссылки все будут в описании. Все, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо, что смотрите нас.